Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Привет, папа! Привет, привет! Привет! На каком вы канале, День? Baby Go! И сегодня мы будем снимать что? Видеоролик! Да, видеоролик! Очередное развивающее видео у нас! И сегодня у нас игры на логику, друзья! Я сейчас Денечке буду предлагать различные предметы. Один из них будет лишний. И буду предлагать Динечке выбрать, какой предмет лишний. Для этого мы приготовили карточки. Давай, подними, конечно, что упало. Итак, у нас первая партия из четырех карточек для игры третий лишний. Точнее, четвертый лишний. Красная машинка у нас. Грузовичок. Полицейская машина. И штаны. Динечка, давай из четырех этих предметов мы исключим лишний. Какой предмет здесь лишний? Смотри внимательно. Вишня. Вишни здесь нет. Смотри, здесь есть грузовик, машинка красная, штаны и полицейская машина. Какой предмет лишний? Что бы ты убрал из этих четырех предметов? Почему? Давай, внимательно. Эта машинка ездит, правильно? И эта машинка ездит. И эта машинка ездит. А это штаны, они не ездят. Какой предмет надо исключить? Штаны. Да? Друзья, Денис решил, что штаны. Я с ним согласен. Давай попробуем другое задание. Немножко усложним. Денечка, смотри. У нас есть опять 4 карточки. Это собачка. Слоник. Мишка. И мороженое. Денечка. Что из этих четырех предметов надо исключить? Мороженое. Почему мороженое? Что же это? Почему мороженое? Я тебе расскажу почему. Потому что это звери. Миша, слоник и собачка. А мороженое это продукт питания. Мы его исключаем. И давай попробуем с тобой третьи карточки. Друзья, у нас есть бананы. Так, апельсины. Вишня и стул. Денечка, что из четырех предметов надо исключить? Стул. Стул, а почему стул? Потому что это не еда, правильно? У нас из всех четырех карточек бананы кушать можно, апельсины кушать можно и вишню можно кушать. А стул – это предмет, на котором сидят, правильно, Денечка? Ты же сейчас тоже на стульчике сидишь? Правильно, тоже на стульчике сидишь. Ну вот, такая вот интересная игра на логику. Друзья, у нас с вами был канал Baby Go. Мы придумали для вас очередной развивающий ролик. В следующий раз будет что-то новенькое. А вы подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Видите, как пальчики вверх? А пальчики вверх-то как? Нет, а мы же прощаемся. Ну, а пальчики вверх как стоят? Вот, оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.